В марте 2020 года был принят федеральный закон о почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Это звание присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в победу в период Великой Отечественной войны. Считаем, что трудовой подвиг ахинцев должен быть увековечен. Аха – единственный районный центр региона, награжденный государственной наградой орденом «Знак почета». Ахинцам есть чем гордиться. Жители города могут принять участие в сборе подписей в поддержку присвоения городу Аха высокого звания «Город трудовой доблести» в период с 25 по 30 июня с 16 до 20 часов и 1 июля в период с 8 утра до 8 вечера по адресам, на которых расположены избирательные участки. Давайте вместе поддержим наш город.